Всем привет, я Юлия Андреева, я расскажу о погоде на вторник, 18 мая. Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Чудо-хлеб». Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый. Наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди. Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий. Слились в протяжный бой. «Чудо-хлеб» Бородинский. История России в хлебе. Во вторник на территории нашей области ожидается преимущественно малооблачная погода. В Лузе плюс 23, в Нолинске плюс 24, в Вятских Полянах до 28 градусов тепла и солнечно. В Слободском пасмурно и также плюс 23. В Кирове во вторник будет солнечно, днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Ночью ожидается плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 32%, ветер подует восточный со скоростью до 2 метров в секунду. Магнитное поле будет неустойчивым. Во вторник световой день продлится 17 часов 2 минуты, луна по-прежнему растущая. И на этом у меня все. Это был прогноз погоды на вторник, 18 мая. Пока-пока.